Я не пью! Сразу говорю, не пью, отстаньте от меня! У нас только водитель. Как не праздник сразу? Пьяный водитель, такой водитель. Бывают такие, попадаются. Бывают. Ты должен подруку бабушку снять документы. Конечно. Вот, пожалуйста. Давайте дуй. Идет анализ. Не установлен. Операция не трезвый водитель. Доктор, проходил сегодня? Что такое водитель? Скажите, а вот вас остановили, что вы без прав, да? Да. А как давно вообще ездите без прав? 2000 года. А, нет, 2000 года права были. А уже сколько лет ездите? 4 года. 4 года без прав ездите? 4 года, конечно. Угу. Ну, 4 года назад у вас забрали право просто, да? Это не мне пришло. Закончился срок. Надо бы это менять. А, вы не поменяли и ездили? Времени не было поменять, да? Ну, они... От нарколога. А. Нарколога не было. Нарколог не происходит. Я алкоголик. А. Я понял. И нарколог вам справку не выдавал, да? Не дает, да. Проводится аналогичное мероприятие по явлению перед уходителем.
дежавю. Просто понедельник. Может, еще так. А? Ну, потом... Все, все хорошо. Поехали дальше. Водительское удостоверение, будьте добры ваши, проводится рейд Тюмень 320. Я не против. Все камки боится России, водительское удостоверение будет разные, довольно производительское мероприятие, Тюмень 320. Доброе утро, Таксик Романов. Ну, привет, за советское время. Ничего, просто я решил проехать. Ага, пойду. Ну, привет, ну, Саша, давай, крутись. Полиция Авдеев, значит, объясняет ситуацию. Водитель сидит, у водителя есть явные признаки изменения, такие как запах алкоголя изо рта. Водитель управлял автомашиной Mitsubishi Lancer, сзади стоит госномер Ольга 207, Константин Ульяна 47. Значит, на данный момент водитель отстраняется от управления, так как у него усматриваются признаки опьянения. Такое отстранение, такое от управления отстранены до прохождения свидетельства. Но опьянение через приборчик алкотестер просто комби. Согласны? Да. Согласны. Значит, смотрите, объясняю. Сейчас на данный момент я включаю приборчик. Приборчик берет автозабор воздуха, сам себя тестирует. И показывает, есть ли на момент включения прибора в нем алкоголь. Приборчик включили, смотрите. Приборчики алкоголя нет. На данный момент я сейчас ввожу ваши данные, данные вашего транспортного средства. Включаю приборчик, подношу вам. Когда говорю, делаете выдох. Обхватываете трубочку губами, делаете долгий и сильный выдох. До того момента, пока я не скажу, хватит. Понятно, да? Соответственно, если вы приборчик продуваете, приборчик издает звук. Если вы приборчик не дуете, дуете либо в себя, либо мимо трубочки, приборчик звука не издает. Здесь слово с результатами освидетельствования состояния алкогольного опьянения. То есть, соответственно, что продували приборчик. Если вы согласны с результатом, значит согласны, не согласны, значит не согласны. С результатами освидетельствования вы согласны, озвучите. Да, согласен. Доброе утро. Работаем с прокладочками опять. Доброе утро. Дороже, которую мы купим, кажется, на Романов. Тут идет на правую сторону. Прошел с теми ответами ближе улицы. У вас все хорошо? У меня все хорошо. Все отлично. Счастливого пути, удачного дня.
Виталий Павлович, скажите, пожалуйста, вот сейчас мы видим, что вы утром проводите вообще рейды, рано утром видят полицейских, уже это второй раз. А с чем это связано? Вы и так вроде бы рейды проводите, и столько выявлено нетрезвых водителей. С чем это связано? Данная необходимость возникла из той ситуации, которая, в принципе, происходит у нас на дороге. А происходит следующая ситуация, что мы наблюдаем некое снижение по выявлению пьяных водителей по сравнению с прошлым годом. Это, конечно же, нас радует, потому что в прошлом году из рейда мы привозили в ночное время, в выходные дни, порядка 8-10 водителей в пьяном виде оформленных. То на сегодняшний день, по итогам двух месяцев, января и февраля, мы видим значительное снижение. Это нас, конечно же, радует, потому что на дорогах стало меньше водителей в состоянии алкогольного опьянения. Но не радует нас ситуация, связанная с тем, что по вине пьяных водителей произошло уже два ДТП. Это те дорожно-транспортные происшествия, виновниками которые были водители в состоянии алкогольного опьянения. Мы сделали, проанализировали данную ситуацию, сделали вывод, что люди, многие уже, скажем так, проинформированы о том, что мы в выходные дни проводим эти рейды. Но появляются еще и такие ситуации, когда граждане, находясь дома, скажем так, в быту, злоупотребляют, а утром потом едут на работу, и это не является исключением. Как раз таки было принято решение о пересмотре времени и месте проводимых мероприятий. И как результат сегодняшнего мероприятия, ну, не заставило себя долго ждать, мы видим результат. Это как раз таки в виде выявленных водителей в состоянии алкогольного опьянения. Но те же водители, которые еще и не доехали. Есть, конечно, работа над ошибками, которую мы, естественно, будем выполнять. Это наименьшая задержка транспорта, которая приводит к нервозности. Максимально над этим вопросом поработаем и сделаем все возможное для того, чтобы эта задержка была минимальной. Ну, сделаем также работу над ошибками по поводу того, что те люди, которые видят, что там происходит проверка, тотальная проверка подряд всех водителей, то, естественно, они не доезжают и уезжают. Вот как раз таки и сегодня на это было заострено внимание, что выявляют те транспортные средства, которые не доезжают до пункта проверки и, разворачиваясь, уезжают. Взяли это все во внимание, сделали работу над ошибками, ну и не заставило себя ждать ситуация положительная по выявленным водителям. Надеюсь, что люди возьмут во внимание, что наши рейды теперь будут проводиться не только в выходные дни праздничные, но и в будние дни. Сегодня это был понедельник, 9 числа мы также проверили после больших выходных, но и будем еще менять дни, время. Это для того, чтобы все-таки люди понимали, что есть вероятность того, что они всегда попадутся в поле зрения сотрудников ГИБДД и будут привлечены к ответственности. Желаем все-таки всем на ранней стадии подумать о содеянном, о последствиях и ни в коем случае не нарушать право дорожного движения в части употребления в состоянии алкогольного опьянения. Доброе утро, дорожно-патрульная служба в Паше Катаране. Проводите проход 4-5, не трезвый водитель. Будьте любезны, ваше величество. Удачного дня. Это вы нас недолго, вот, пожалуйста, документы. Не, мы у вас недолго. Все нормально? Вам хорошего дня, как вам приехать? А вот так по этой штучке. Да, давайте собьем. Кстати, ни разу такого еще не делали. Фу, не дай бог. Сами всего доброго, вам поехали. До свидания.